Итак, друзья, специально для канала Желуди я сейчас произведу осмотр цикаса, который был посажен у нас 24 ноября 2023 года. Это один у меня из самых первых, кто стартанул. И мы посмотрим, как он развивается на сегодняшний момент, на 20 января 2024 года. То есть у нас прошло 2 месяца, чуть больше 2 месяцев. На самом деле стартанул он гораздо уже раньше, где-то месяца через полтора. Итак, давайте открываем. Так, вот мы открыли, открываем. И вот так он выглядит. Смотрите, вот так вот, корешок уже все есть. Я его в меру увлажняю, достаем. И смотрите, как он развивает активно корни. Вот. С ним все хорошо. Вот так вот. Вот такой сейчас у меня. Буду дальше с ним. Ой-ой-ой, по-моему, я оторвал корешок, да? Нет. Ну вот, вот такой он сейчас. Так что будем наблюдать дальше. Сейчас я его обратно запихну как есть. Самое главное, это я уже понял, это надо его заглублять всего лишь на 50%. Вот так у нас семечко. Чуть присыпали, даже вот это уже не надо присыпать. На 50%. И вот так вот, чтобы он был. Все. Вот этого более чем достаточно. Сейчас я ему уже подаю солнце. Солнце ему уже... Ой, ну, освещение. Ему уже надо. Все. Все.